Вот Игнатьевна, что попросилась одна Маша на полупятню. Подарили 8 голубей породистых. Вот один из них, вот этот король пёс. Я вот такой давай. А у меня все были белые. Белые с хохолками, они летят в воздухе, переворачиваются. И на них сразу пойдешь, из Барнаула привез. Приходишь, она голова завернута, для тещи называется. И ничего не сделаешь. Один, другой, третий. Ну и самое главное, самые красивые породистые все погибли. Остатки там что? Тогда я в городе поймал дикарей, обыкновенные голуби летают. Ну, не подряд ловил, а которые мне нравятся, там коричневые, истинные сизари, и сюда прислал. И они внесли какой-то такой здесь воздух или что сказать, и падежа больше нету. Видишь, они не видать. А вон, Игнатьевич, можете маленьких дать подержать. Вот это маленькие выпали из гнезда. Я им гнездышко здесь сделал, и они не погибли. Видно, что родители их тут кормят, иначе бы они погибли. Да, утеныш. Ну так это уже прямо растут. Глазки открылись или нет? Да, да. Уже смотреть начинаю. Я просто так нарочно сделал тут как гнездышко. А родители, видимо, нашли их. С какого гнезда выпали, не знаю. Почему выпали такие маленькие, тоже непонятно. Бывает, чужие посягают и начинают они выкидывать их. Вот какое. А потом такой красавец вырастет. Сейчас не наступить только бы. Сейчас я... Вот они друг друга греют. А тот намного меньше. Если они ему не будут давать есть, то он погибнет. Угу. Так, стойте пока здесь, не разговаривайте. Я сейчас буду кормить. Еще не расцветало, а они слепые. Слепые все, когда нет хорошего света. Я кормлю. А у меня здесь две кормежки у них. Вот. Сразу, чтобы выше не залезли. Я кормлю их здесь. Сейчас я... Что тут есть? Вот. Баночка здесь, Игнатий Иванович. Игнатий Иванович, вот баночка, вот. Вон баночка. Я знаю, это, да? Это я, значит, высыпаю. И, ну, какое-то вот это надо, наверное, открывать. Спроси, что там? Сейчас, я их смотрю, не наступи. На малышей. Игнатий Иванович, там хочет у Маши мама подняться еще. А? Мама хочет подняться у Маши. Не знаю, пускай поднимается. Пожалуйста. Вот здесь я сейчас кормлю. Второе корыто. Так, каждый день выгребаю. Дети, не смотри, чтобы не соскользнули эти. Сейчас, подожди. Ленка, вот как потом я слазить отсюда буду? Мама. Подожди. Да.
сейчас я их буду примариновать. Так, я их кину, но они не видят, еще рановато. Они любят светло. В темноте они совершенно недвижимы. Вон они спустились. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Видишь, какие красивые? Это дикари, они мне спасли эти. Подарили мне голубей в прошлом году, дополнительно к моим породистым. Но они занесли какой-то вирус, и мы их все почти выведем. Все сдохли. Им не холодно, и они здесь сидят, им не холодно. Это здесь они из гнезда выкинули их. Да? Кто выкинул, неизвестно. Я взял, разгреб и гляжу, они их кормить стали. Помолился, конечно, Господи, благослови. Гули, 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 гули. Вот они сидят, белые где. Красиво. Их 8 штук осталось. И когда вот этих диких запустил, они перестали подыхать. Они их то ли подвижные гоняют, или какой-то... И в Барнауле та же самая история. Я нигде про это не читал и не знаю. В интернет выставил материал, что означает. А сколько надо? Ну, примерно... Примерно почти наполовину они. Гули, 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 гули. Это в Барнауле я наловил их. Специально сделал такой сачок. Прикормил рядом, а потом... Коричневые, вот они, у меня их теперь 3 года не видно. Угу. Да, гули, 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 гули. Вот из всех породистых осталось 2, которые ходят в стороне, головка у нее как бы черная, коричневая. Не видно, вон он все пестрый сидит, король зову его. Они летают в воздухе, вот так через голову переворачиваются. Ну я их не упускаю, заперы. Потому что они дикие, а тут дети летают. Они своих узнают, сразу с ними улетят. Гули, 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 гули. Еще работа их крутится. Поднимается здесь, даже здесь переворачивается. Гули, 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 гули. Вот у меня коричневые, их никогда не было. Но это беспородные. Ну, вот. Вот эти серые, которые, это все беспородные. Вот этот породистый слетел. Гули, 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 гули. От них пользы никакой. Нет. Снопение есть. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюете клювом. Об этом особой строкой. Виктор Николаевич положил на музыку и поет. Белое все больше и больше появляется. Ну, когда лишек накопится где-то, это можно убрать. Гули, 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 гули. Сосчитай, сколько их. Больше 10. Эти на земле, они были слепые. Ну просто я так взял, разгреб и... Ну все равно, они погибшие, их нельзя выкормить. И вижу, они растут, а растут, значит кормят. Родители их нашли. Что-то там не поделили, между собой видодрались, а ребятишки в это время вылетели. Форточку. Это видишь, как Нуй, когда был в ковчеге и дал знать, что поток кончился, голубь. А ворон не вернулся. Почему? Значит, он падаль нашел, да и клевал там. А трупы-то на поверхности плавают, ему еды поза глаза. А это масличные ветви, оливковые. Вот они где. А там песок насыпан внизу солью. Ну, дают, видишь, вот он крутится, это ему надо переворачиваться. А здесь он еще перевернется головой об землю. Я их держу всю жизнь. Пользы никакой, повторяю. Просто я зайду, и душа тут радуется. Мы тоже с Алешей перед школой всегда голубей кормим. Так, у нас это... Ну, так а почему она здесь стоит-то? Это? Мы насыпали-то. Я же надо убрать было туда. Это же никогда у нас не стояло на крыше. Я же об этом говорил. Сначала их составить туда. Это надо что-то сделать. Как это? Все засыпали все? Да, я засыпал. Ну я же сказал. Это потолок. Потолок-то слабый. Его обрушите. А вошла вся? Да. Ну а эти, которые привезете, придется повесить его сюда, ближе к краю. И здесь край, чтобы к окну был пролет. А там не загромождать.
Ну и по два мешка, видишь как, они расклевывали. И чтобы не расклевывали, пришлось рубероид пожертвовать. Закрывать, они тогда уже не могут взять. Очень плодливые. Только-только еще в люльке ребенок уже начинает другого. И тот, бывает, это не накормлен или еще, это у них сам процесс вот это вот ценится-то. А вырастить и вырастить, это... Они часто бывают голодные, вылетают из гнезда, а они все одинаковые. Ему-то одинаковые. А те, которые не родители, они их долбят. Ну и они погибают. Вот они. Это Игорь мне дает отходы. Отходы-то хорошие. Вот он какой. Видишь, когда у него шиньончик такой. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Им надо переворачивать. Вот коричневый сидит там. Называется палево. Ну все, еще тут больше. А вы скажите, чем отличается голубь от голубки-то? Чем отличается? Вот так вот смотреть ничем не отличается, никак. Берут так, когда узнавать, ну, я не знаю, но так советую. За клюв его берешь, если голубь, он отрывается, а голубка так и молчит, за клюв его тянешь, что за нос. Нет, а еще по поведению видно. А? По поведению же видно. По поведению-то какое поведение? Они все едят, тут поведения никакого. Нет, не надо, голубь начинает крутиться там. Ну, голубь, он ухаживает за другими, ищет себе. Да, он да. Такой. Вот мы говорим, ой, человек прямо разукрасился, пижон. А пижон это пиджин. По-английски голубь. И вот он начнет перед ней хвост веером подметает это все. Смотри, какой я, мне равных нету. Вот они какие. У меня было 6 пород. Одни были стрижовые, такие, как ласточки летали. Ну и пробрался колонок туда и вихарек. Всех до одного вырезал за ночь. Виктор Николаевич зашел, говорит, плакал. Так трудом доставал я где-то. Я не покупаю, не продаю. И получилось так, что тогда мы стали строить вот это рядом большая голубятня, а не столбы упираются в железную плиту. И они дойдут дальше, потолок железный. И Бог хранит уже там, ну там сейчас у меня и нет голубей, так дикие какие. Лет, может быть, 17 назад сделали, и один не залез туда. Человек, который этим занимается, он тратит на это время, деньги. Вы знаете, какие деньги платят? Да, больше миллиона один доллар стоит. В Германии мне прислали, говорит, недавно там продавали. И держат такие, у меня-то 30, это уже много. А есть такие, держат 1010 голубей. И на выставку выставляют, там продают. По всему миру делают голубиные выставки. Вот они. Вот они заходят, а там гнездо. Вот они гнездо, все зашел. Вот курица туда, щит надо есть. Гуси гогочи, голову хоть сколько воркуй не надоедает. Это отцы, да. Это отец. Вот она, отец. Допустим, любит где-то погулять, а он уже надо, чтобы гнездо было. Одни колотушки. Живут как голубь, они не знают, где. Это самые дрощивые. Он непрерывно за ней гонит, пока в гнездо не загонит. Она видит, два сенек. Когда в гнездо сел, он тогда успокоился, стоит. Чтобы она не шалавалась, где надо-то, а дома была. Детей воспитывала. Вон он, хвост распустил. Это уже самец. Вон там, вот, не получилось, теперь за другими. Его нет, он, пока другие обедают, он крутится, это ухаживает. А ему взаимности никто не ответит. Всех на пути сшибает. А бывает ухаживает, смотрит, он не может узнать, а ухаживает за самцом голубем. А тот улетает. Видишь как? У меня вопрос, когда я уезжаю тут оставлять кого-то, а как он будет по совести ухаживать? Им-то зачем? На зиму здесь оставляете? Не буду же я туда взять, у меня и так перенаселение. А там тоже есть. А там кто ухаживает? Надо знаете, подумать, как эти куда... Ну, а громче говорить, он не слышит. Там волоки ухаживают. Ну, тоже братья и сестры там есть. Братья у вас. А?
вот они как стоят, нет, вот эти вот. И вот в этом месте надо было их поставить. Закаленные. Она в дворе, да, у нас тут свободно. Как хозяин уже. Под них можно что-то подставить. А их, они на руки-то не берутся? Нет. А там, вот когда вот темно, они не могут летать, тогда можно. Серьезно? Да. Я даже не знала. Ну все, если сказать, воробьи, сколько они питаются. Если на что подвешено. А для чего? Чтобы мыши не прогрызли. А бывает так, как-то мышь залезла сверху-то и упала туда, и залезла в мешок. И она к весне в мешке труху сделает всю. Ну, это ж как понятно. Она без воды там, тоже не знаю. Ей-то хорошо, что она там в еде спит, и тепло, и сытно. Видишь, сколько. Кое-где там даже рубероид сполз, он отправить надо будет. И вот это вот перегораживает туда идет, а ну должен трошот хоть был, не знаю, окна не загромождать. Это даже вот это вот сдвинуть маленько надо. А вы им горох-то не даете сейчас? А? Горох не стали давать, да? Нет. Нет? Это нет. Когда они там, как бы он дробленый был. Вот дробленый стоит, вот он. Ну да, хорошо. Семечки любят, льняное семя. Люди выводят породы, называются голубевод. Я не голубевод, я просто люблю. Мне нравится. А они воркуют. Я говорю, а какой он, породистый, не породистый, воркуют? Я совершенно не притязатель. Они породистые, я не породистый. Ну, я не князь. Ну, они такие сошлись друг к другу. А вот тут они залезть не могут. Проволока на проволоке висит. А проволоку он не видит, об нем ударился, криво сломает. И поэтому привязаны палочки, чтобы видел. Ну, маленько. Так вот. Везде своя наука. Да. Так, а как Володя, слазить, тут так я вижу, знаешь, что можно эти тюрики каким-то образом. А вот так вот здесь выставить, туда или где? А вот слазим просто? Так, нет? Давайте-ка сейчас будет какой-нибудь. А куда идти? Я сойду. Так, Володя, наверное, я не знаю тут как. Порядок такой, что первая должна сходить женщина. Ну, давайте. О! Давай. Ну, давайте, давайте я спущусь. Ну давай. Да, сниму. Вот сколько. Смотри, сколько. Тут больше полный полторы. Пшеницы. А иди покупай. Как раз. Обходимся. Все. Спускаемся. Помогать? Давай, помогай. О, на чурку вставай, да и все. Так лечь. За ступеньки. Не спеши. Детишки у меня на вас не ушел, какую-то башню лазили. Ну так вот создаешь какую-то безопасность. Ну, конечно. А за все же отвечать надо. Ну, поди. Знаешь, как видно? Зато она железная, не сломается. Лена, держишь, да? Светлена шатается. Еще если вот это, руками не спеши. Осторожно, ноги, я спешу. Да. Это четкие, Игнатий Петрович. Я не люблю вот эти вот разные подвязки, за ними что-то всегда кроется. Это четкие у меня такие. Он не слышит вас. Это четкие у меня такие. Четкие. Динка, слышишь? Все, слава Богу. Слезла, слава тебе, Господи. Думала, все. Чувство. А, да. Сам молитва. Чутки. Мне никак нельзя падать. Тут враги будут ликовать тогда. Ужасно. Ну еще, все. Все, слава Богу. Так я пошел.